Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада видеть вас на моем канале. Так, пришла к вам с очередной хвостушкой. Вот такую лошадку лепила я сегодня на своем закрытом уроке. Для тех, кто, возможно, попал на канал впервые, я хочу сказать о том, что у нас есть как бесплатные, спонсорские, так и платные уроки. Платные уроки проходят в закрытом режиме, но все они продаются, и их можно, конечно же, приобрести. Для этого достаточно написать мне в любую соцсеть под видео, после чего вы получите реквизиты для оплаты. После оплаты вы получаете ссылку на урок. Все ссылки у нас постоянные, поэтому не нужно переживать, что через какое-то время она перестанет быть активной. Нет, вы покупаете урок один раз и используете его ровно столько, сколько это вам необходимо. Пока существует YouTube, никто у вас вашу ссылку не заберет. По поводу фигурки. Она каркасная. Лепила я ее из мастики Top Decor и Model Past. Можно использовать какую-то одну. Смотрите уже сами. На ваше усмотрение. Вес фигурки 288 грамм. И она рассчитана на торт. Минимальный диаметр которого будет 16 сантиметров. Урок очень подробный. Можно даже начинать лепить вместе со мной, так как все снимается в реальном времени. И вы сможете сразу пошагово за мной повторять. Подойдет даже для новичков. Ничего супер сверхъестественного делать мы не будем. Самое, наверное, сложное из всего, что мы будем делать, это скрутить каркас. Ну что ж, не буду вас доставать своими болтухами. Надеюсь, что данная фигурка вам понравилась. Вы захотите купить урок и слепить такую же лошадку. Буду, конечно же, ждать ваших комментариев, буду ждать ваших лайков. На сегодня все. Всем пока-пока.